поставили его на 25-й год. Потому что сейчас ближайший аэропорт у нас в Ростове, в Таганроге, 150 километров. Пока используем как военный, значит, для военных целей, а так как гражданский готов был запустить. Такой с мягким покрытием, чтобы дети могли играть. Значит, сегодня мы вот прошли внимательно посмотреть вот этот просто парк. Есть парк прям с набережной, тоже делать все задания, собственно, очень покрытие. Вообще в городе в этом году мы где-то к сентябрю-октябрю добьемся такого формата. Вот мы с вами сейчас, это вот мы когда въезжали, вы обратили внимание, вы смотрю, вот эти дома построены, это 8 домов построены. А сколько раз? Всего вот, у нас тысяча. Который сказал, самое главное, это восстановление существующих домов. Вот так, например, он выглядел, вот так сейчас уже дом выглядит. Фактически. Раз. Значит, вот так вот выглядит. Где можно все восстанавливать, стараемся. Да, работать. Спасибо очень. Мы только по телевизору вас сколько раз видели. Ну, ничего, так надо же начинать знакомиться поближе. Только мы в Крыму вам передали по телевизору. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Современно. Вопросы держу. Спасибо вам. Адам у нас, кстати, у меня через 15 дней после вашего дня рождения мое. Отлично. Тоже 70. Пройдите, вот кухня. Там все покупали, все голые стены были. Только газовая печка, вернее, электропечка и все. Это все вот. Ну что? И сколько здесь комнат у вас? Три. Это было три, и дали. Полностью сделано освещение, лавочки. Там смотровая площадка со стендом. Я люблю Мариуполь с видом на море. Шикарно. Вот полностью вся концепция готова. Заработаем, вам покажем. Посмотрим.